Иванович заебись, Кирилл поедет. Он и еще один из нашего рода поедет под Рязань на учебу саперов, на саперов, и поедет в Сирию. Нахуя ты контракт подписываешь? Бля, я что, знал, что это как у меня будет? Все войска ВДВ разом разгнали сюда, некому менять, а ВДВ должно ВДВ только менять. Ну, то, что нас разъебались. Что это? Потому что Восточный округ обосрался нахуй. Мы не обосрались, нас разъебали просто. Мы просто разъебали нахуй. А там по телеку говорят, что там все заебись, там кто-то, это у них нас просто кидают нахуй против артиллерии, пехоты, блядь. А как, блядь, разведка работает? Нету разведки. Разведка боем идет. Нам сказали, блядь, в деревню. Зашли там что-то 20 человек, нахуй. Заехать надо, выкинуть их, расхуярить. Мы поехали, блядь, а там, блядь, 4 танка, нахуй. Пехотный хуй угара, блядь. Мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъебали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас остатная рота, человек 20 осталось. Плюс эти, блядь, добровольцы ебаные. И все. А у них все лучше, нахуй. Экипировка лучше, и оснащение, и вооружение, и все вообще лучше у них. Когда это все закончится? Не знаю. Наверное, пиздец, как не скоро. Как в Сирии, да? Ну. Как будто в Сирии сидел.